зарабатывают люди в ЖКХ. Вот в одной Донском районе Тульской области человек там по 15 миллионов в месяц получает. И никаких проблем у нас. Выполнение федерального закона, федеральной службы безопасности и входа с Российской Федерации об административных правонарушениях. За, коллеги. Покажите результаты голосования. Решение принято. Тоже нужно пресекать. Людей не будут задерживать, арестовывать. Если совершают преступление в свой обратно уезжают, это плохо. Если вы преступники, оставайтесь в своем регионе. Итак, собрание федерального закона, начало голосования. Максим Станиславович, записываю по мотивам. Когда закон рассматривался в третьем случае, была еще одна акция, но, видимо, сотрудники милиции были уже заранее подготовлены, поэтому довольно быстро активистов забрали. Но я бы не намерена на этом останавливаться, компания общественная будет продолжена. Вы знаете, я все-таки думаю, что не будут злоупотреблять, потому что под этот закон попадают в том числе и они сами. Они тоже граждане Российской Федерации. И если они будут нарушать этот закон, либо злоупотреблять его нормами, то есть еще прокуратура, которая осуществляет общий надзор за исполнением законодательства. И я не стала бы здесь вот такое пламя разжигать, вот таких страстей вокруг этого закона.